ходе проверки документов сотрудники полиции обратили внимание на то, что салон автомобиля забит 5-литровыми бутылками с темно-коричневой жидкостью. При дальнейшем осмотре машины в багажнике и салоне были обнаружены 60 5-литровых бутылок. В каждой жидкость с характерным запахом спирта, а предположительно коньяк нефабричного изготовления. При беседе с 45-летним водителем было установлено, что алкоголь перевозился без сопроводительных документов. Как пояснил местный житель, спиртное он купил у своих знакомых для употребления на семейном празднике. Общий объем составил более 300 литров спиртосодержащей жидкости. В настоящее время данный груз изъят и отправлен на исследование. В отношении водителя назначено проведение административного расследования. Не исключено, что данная продукция предназначалась для сбыта на территории города Сочи.